Алло. Здорово. Здорово. Антоха, тут лута просто пиздец. Я не знаю, куда его девать. Лута просто пиздец. Нет, я, короче, пошел поискать тебе ют на случай, если ты придешь, да? Там, ну, просто пробежался. Дошел до полицайки, сидел, лутался спокойненько в полицайке, тип как забежал, я ему как нахуйкал, а он, походу, с военки. Полевой рюкзак набитый, я тут сижу, не знаю, куда все это деть. Нужны свободные руки, понимаешь, побыстрее это унести. И куда-то. Вот это он решил в полицайку зайти за лутышем. Ага, вообще залутанный, вообще максимум зашел в полицайку, я тоже так подумал. Чисто в моем стиле чувак сделал. Да-да, уже близко. Уже вот-вот Новая Петровка. Не помню, только мне сразу при въезде надо повернуть или куда-то вглубь проехать. После церкви. После церкви направо? Да. Просто здесь можно на въезде, по-моему, еще и заехать как бы с дороги сбоку. А, ну, и я, наверное, отсюда заеду. Чтоб, по полю. Да-да, чтоб как в город. Да-да, как я вчера заезжал, как-то забирал твои ништяки. Что-то я заблукал немножко, походу, в полях. Походу я рано все-таки свернул, вот где-то в полях заблудился. Ты церковь не видишь? Походу я где-то раньше чуть-чуть пром зоны свернул, надо было чуть-чуть попозже. Не, пока церковь не видно. На тебя вообще ни хера не видно. Угу.
Какую-то промку вижу, трубы торчат. Ну, к ней едь. Да, я... А, вот церковь появилась, да. Немножко я рано, блин. Лучше б я, как ты порекомендовал, от церкви поехал. Начал умничать, что можно раньше свернуть. Вчера вроде чуть раньше где-то свернул, а где, не помню. Так, у меня церковь по левую руку. Мчу полями, Антоха. Ну, чуть туда левее принимай. К деревцам. Слышу тебя. Тормози. Глуши мотор. Здорово, Антоха. Тут же можно просто вылезти из тачки, и она сама заглохнет. Не всегда. Да, остается заведенной. Да, да, да. Я так заруинил один раз машину. Ну, собирай вещи там. Угу. Залутывайся. У тебя штанишки заруинены. Что? Там их не было, где я остался, так сказать. Да, странно. Все, загрузил. Так, тут еще одна М-ка. Салют, запускать же будем. Конечно, салют вообще попался. Как надо. Все, едем. Сейчас выпью. Так, ну ладно, давай тогда чучка подожди, я баночку себе, я ж ехал голодный, надо тогда перекусить. А у тебя есть нож или что-нибудь такое? Да, есть. Так, Антоха, ну теперь довести главное. А как поедем? Куда не поедь, с таким количеством лута опасно. А, точнее, как поедем? Куда? Поедем к той заправке, где у меня схрон. А, я понял. Так, ну, по бензину, по-моему, все хорошо. То есть нам должно Садись. Хватить. Доедем спокойно. Вот как поедем? Я вот... Мне маршрут нужен. Так, ну давай, садимся. Начинаем ехать, а я тебя буду ориентировать куда-нибудь. Главное, на трассе налево. У вас все остальное херня. Ух ты, еба! Нет, Антох! Блядь! Антоха, довези нас, пожалуйста. На Ниве поприятнее было как-то ехать. Ну, Волга, наверное, такая. Более ж представительная, правильно? Так, смотри, мы сейчас едем просто прямо, проезжаем за Прудное. What the fuck? А я вообще все пропустил, потом придется на видосах смотреть. Просто прямо, Антоха. Старайся сильно не разгоняться, не надо. Я там проехал, там никого не было, все спокойно, никто в меня не стрелял. Че ты такой напряженный, Антоха? Лагает. Это меня подфриживает. У тебя норм? Да, вроде нормально. О, нихера себе, мы в текстуру провалились. Так, ну все вроде не врезались, ничего, просто развернуло на поле, да, выкинуло. А куда ехать? Налево, налево, налево. Сожжешь двигло. Я чувствую, на Волге мы не доедем. На Ниве как-то было без лага. Давай почти. Аккуратненько, сильно просто не гони.
Я ехал. Я ехал, все. Это моя, я отсюда Волгу забирал, собственно. Смотри, там дальше перед Североградом будет опасненько. КПП. Там же, да-да, КПП с такими блоками, нужно прям притормозить. Может, перед ним повернем? А там, по-моему, некуда будет повернуть. Да поехали, не очкуйся, я проехал, все было нормально. То, что типы там могут быть, это не исключено, естественно, но... Вроде тихо. Так, теперь прямо-прямо. И когда будет асфальт... Поворачивай. Нет. Вроде не коцнулись, да? Просто развернуло. Поворачивай. Сейчас? Да. Ты уверен? Да. Мы на станцию едем. И дальше направо под мост железнодорожный будет, тоже по асфальту. И это дальше дорога, по которой мы ехали. Помнишь, это Гвозда. То есть мы вот на военку с тобой отсюда ехали. Вот, но обратно мы поедем не через... Не, едь просто прямо. Мы поедем не через... Мы левее, я левее взял. Подожди, куда левее взял? Я просто в камеру... Я в камеру... Ой, в карту смотрел. Ну, все нормально, да. Надо левее. Поедем в Гвозно. Это сейчас Гвозно должно быть. Да. Вот, и теперь смотри. Гвозно чуть-чуть... Гони, гони! Гони, ебать! Лучше не останавливайся, просто. Думаешь? Я выпрыгну. Блять, порез. Он меня убил. У меня вообще, я зажал в него. А, я не знаю, пострелял я или нет, я в ванке лежу сейчас. Может быть, я его убил. Фух. Они меня заковали. Их несколько было. Hello? What the fuck? How are you feeling? Hello, guys. Hello. What do you need? Yo. Hello, friend. Why are you shooting? We just threw this village. Well, you tried to run me over, my friend. Sorry, my English little bit bad. I'm from Russia. I bet schooler. Oh, you tried to run me over with car. And? And? Oh, thank you. You kill my friend, you shooting. And okay. Where are you guys going? Well, we try to go into Dubrovka. Just base building or something. Why are you shooting, guys? You need something? You need some loot?
You need guns, you need weapon, you need ammo. Where have you come from? We coming from Novaya Petrovka. Oh. We going to Dubrovka for base building or something. Why are you shooting? You need something? There is a military base, there is a village with loot, there is a city with loot. Why are you shooting? You are gangsters? Are you gangsters, guys? Whoa. So loud.